отвечаю на вопрос, почему мало просмотров. Сейчас мы идем на канал. Елены Линик из Москвы, которая на Ютубе уже очень много лет под псевдонимом Хелен Лин. Вот. И она сделала видео про меня и про то, как я отправила посылку. Значит, ну вот в чем дело. Я это видео уже пыталась запустить раз 15, счетчик стоит на месте. Вот мы сейчас запускаем это видео. И мы видим счетчик. Вот он. 98 просмотров. Отключаем звучок. Ну, там, допустим, смотрим рекламку, к примеру, да. Вот. Она тем более коротенькая. 12 секунд осталось. Ну, не в этом дело, сейчас вы увидите, почему так мало просмотров. Вот нам там, я не знаю, и подписчики, и спонсоры тех или иных выпусков задают вопросы. Вот почему так мало просмотров? Вот мы сейчас смотрим это видео, например, да. Я не буду, вот здесь вот Лена показывает мою посылку. Я просто видела уже его, причем видела пару точно раз, но счетчик стоит на месте. Счетчик не шевелится, ребята. Я сейчас показываю еще раз. Пытаемся обновить страницу. Вот сейчас я обновляю страницу. Опять 89. Я еще раз пытаюсь обновить страницу. Снова 89. То есть вы видите, да, почему стоят просмотры. И, то есть, если у меня все в порядке, ну, как бы, определенное количество людей ходит на канал, я их вижу, все нормально. Вот она, кстати, Леночка. Приветик тебе, Леночка. Вот, но что бы там ни было, что бы там ни было, я уже 15 раз пыталась обновить страницу, счетчик просто стоит и не шевелится. Это к вопросу о том, почему у нас мало просмотров. То есть теоретически просмотров может быть уже, не знаю, там в 5 раз больше, а может и того больше. Но сколько бы раз я не заводила это видео, в общем, со счетчиком ничего не происходит. Весело, да? Вот так вот мы просмотры-то, вот где они? А еще вот такая вот штука вылазит, просто, ну, чтобы понятно было. То есть вы вроде смотрите, у меня, кстати, вот я со вчерашнего дня там и Савелия смотрела, и Алену Беллу смотрела, и много кого сегодня, и Татьяну Реву смотрела, я кого только сегодня, вообще вчера и сегодня не смотрела, вообще много кого. Но вот постоянно вылетающие ошибки, которые ни о чем вообще просто не говорят. Вот тут пытается открыться какое-то окошечко. Ну, в общем, факт тот, что счетчики просто стоят. Весело.